Оперативные данные штаба Алроса по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе на 19 августа. В мирном положительный анализ на COVID выявлен у 42 человек, на Ихало-Удачинской площадке у 12. В стационаре мирного находится 106 пациентов, в Удачном 36, в Ленске 42. В реанимационном отделении с диагнозом COVID-19 находится четверо работников Алроса, поражение легких более 50%. На амбулаторном лечении с диагнозом коронавирус в мирном находится 349 человек, на Ихало-Удачинской площадке 157, в Ленске 23. 14 272 работника Алроса прошли полный курс вакцинации от COVID-19.